привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня поговорим о волосах. Я наконец-то расскажу свой секрет, как отрастить длинные здоровые волосы. Это на самом деле очень легко и просто. Очень многие спрашивают, как же мне удалось отрастить такие длинные красивые волосы. На самом деле секрет прост, и я об этом сегодня расскажу очень подробно. После родов состояние моих волос очень резко ухудшилось. Это было 4 года назад. Волосы стали более сухими, ломкими, они сильно выпадали, были гораздо реже, редкими, то есть не такими густыми, как сейчас. Также постоянно секлись кончики, вот эти, их постоянно приходилось обстригать для того, чтобы убирать вот эти обезжизненные кончики, уже которые сухими были и выглядели вообще очень даже не очень. К счастью своему, я узнала об средстве таком. Давайте вот покажу я вам сразу. Андреа. Это средство из Китая. Чудо-средство, я считаю. Оно мне помогло вообще, в принципе, восстановить все мои волосы, вырастить их, отрастить длинными, здоровый блеск появился. Текущиеся концы, кстати, практически вообще пропали. Это было для меня просто огромным удивлением. Потому что в течение всей жизни у меня всегда секлись кончики волос, ну прям очень сильно. И после использования, постоянного использования Андреа, эта проблема практически исчезла. Ну как практически? Конечно же не на 100%, все равно где-то иногда появляются эти секущиеся кончики. Ну это, наверное, знаете, на самом деле на 100% не избежать эту проблему. Но, по крайней мере, мне не пришлось ходить по салонам, делать какие-то непонятные какие-то процедуры или какие-то маски, примочки и так далее. На самом деле все просто. Вот эта сыворотка Андреа, она просто добавляется в шампунь или при мытье. В общем, расскажу об этом подробнее сейчас все. Но я могу сказать точно, что именно Андреа помогла мне восстановить вообще, в принципе, структуру моего волоса, рост и отрастить такую длину. И подробнее об использовании, инструкция к применению. Есть два способа. Первый — это от продавца. Ну, я думаю, что он, наверное, более правильный, так как все-таки это рекомендация именно от продавца, и он больше знает свой продукт. Рекомендуется при мытье головы, вот, допустим, шампунь, вливаете в шампунь 5-8 капель сыворотки, все это равномерно распределяете по волосам, массируете кожу головы и волосы, и это, вот эту консистенцию все держите 3-5 минут на волосах, потом смываете просто обычной водой, потом можно уже использовать бальзам, кондиционер, ну как вы обычно привыкли пользоваться. И есть второй способ, который, в принципе, я сама для себя придумала, чтобы просто облегчить вообще вот это использование. Да, и вообще, в принципе, когда я начала пользоваться, я была в декрете с маленьким ребенком, особо времени нет за собой ухаживать, поэтому приходится делать все быстро-быстро. Я просто взяла вот этот бутылек Андреа, тут бутылечки 60 мл внутри. Просто взяла, беру его и вливаю в шампунь. Шампунь где-то лучше 250 мл, небольшой. Взбалтываю, каждый раз при мытье я просто мою волосы, как обычным шампунем, немножко держу на волосах, чтобы вот это все впиталось в волосы, все компоненты сыворотки. И все, измываю обычной простой водой, смываю, дальше использую бальзамы или кондиционеры. Этот способ гораздо проще, удобнее. И рекомендуется вообще от продавца рекомендации такие, что использование не чаще одного раза в неделю. На самом деле я пользуюсь, наверное, чаще, потому что ну, где-то 2-3 раза в неделю я мою голову. И, соответственно, у меня всегда шампунь с этой сывороткой Андреа. А, и еще обязательно рекомендация, это уже от продавца, что для курса восстановления, необходимо использование 3 пузыречков, вот таких 3 бутылечков. Обязательно все 3 подряд, без перерыва используйте, и уже в конце этого курса вы увидите ощутимый результат. Вы начнете уже, в принципе, в самом начале ощущать результаты. После первого применения буквально волосы уже становятся мягче, гораздо нежнее, приятнее.
И еще есть такой эффект легкого кондиционирования. Волосы расчесываются уже немного легче и распутываются лучше. Сыворотка для волос Андреа – это уникальный микс исключительно природных ингредиентов высокого качества. Каждый компонент сыворотки нацелен на то, чтобы укрепить, питать и увлажнить волосяной фолликул. В составе вы увидите такие ингредиенты, как корень женьшеня, корень имбиря, также виноградные косточки, именно масло, и уникальные редкие цветочки токобан, ну и, конечно же, вода. Сыворотка Андреа будет особенно полезна при следующих симптомах. Например, при желании ускорить рост волос, при выпадении волос и даже, кстати, облысении. Волосы тоже начинают расти. Буквально вот эта сыворотка, она пробуждает вот эти фолликулы волос для дальнейшего их роста. Для ломких волос, если у вас также есть, кстати, зуд или сухость кожи головы, ломкость волос, для более красивого и здорового вида волос, для тонких и непослушных локонов, также помогает при очень вот этих сухих, тонких волосах, которые постоянно спутываются, также снизить можно пушистость волос излишнюю, вот это вот, когда особенно вот эти мелкие-мелкие кудри, например, если. Также устранить секущиеся концы, я уже говорила об этом. Это, я думаю, что одна из самых главных причин использования. И рост, увеличение роста и секущиеся концы, и вот этот здоровый блеск, вот это все, чем вам поможет сыворотка Андреа. Происходит надежное и постепенное укрепление волосяной луковицы, а также пролонгированное и длительное увлажнение. Волосы легче будут расчесываться, а также процесс укладки гораздо облегчается. При систематическом использовании сыворотки Андреа вы увидите, конечно же, обязательно это здоровый блеск и непревзойденное увлажнение ваших волос. Сыворотка Андреа получила благодарные отзывы, а еще потому, что она пользуется огромным спросом в Японии. Там она вообще считается как основным средством для восстановления и укрепления волос, для придания упругости и прочности. А также все компоненты в сыворотке не несут никакого вреда локонам, и вообще побочные эффекты исключены. Здесь только возможна какая-то индивидуальная непереносимость. Тогда нужно будет обязательно сделать тест на чувствительность. Также все компоненты имеют пролонгирующие действия на восстановление волос. Также насыщают кислородом, усиливают кровообращение, восстанавливают рост волос, восстанавливают упругость, а также играют роль противовоспалительную. Противовоспалительного средства. Главное действие средства – это восстановление и улучшение циркуляции крови. За счет этого повышается уровень питания волос, также насыщение кислородом происходит и, конечно же, естественное увлажнение волос. Волосы становятся более увлажненными через, например, регулярное применение в течение 2-3 месяцев. Вы увидите значительный результат. Ваши волосы станут гораздо здорового, более вида, они станут лучше расти, лучше будет их, в принципе, структура волоса будет восстанавливаться. В общем, это, в принципе, все это увидите сами в процессе применения. Попробуйте, я думаю, вы не пожалеете. Я пользуюсь этим средством практически постоянно и обязательно осень, весна для восстановления именно в такое время, когда необходимо питание для всего организма. Не только, например, кожа, да, требует какого-то дополнительного ухода, обязательно кремы, средства ухода и так далее, а также волосы тоже требуют обязательного к себе хорошего отношения.
То есть уход нужен за ними обязательно. А также внешнее применение – это существенное достоинство перед другими препаратами, например, внутреннего применения. И вы получаете результат там, где вам нужно. То есть используйте их на волосах, волосы будут прекрасно выглядеть. Будьте всегда красивыми и ухоженными, красивыми, с красивыми волосами.